Так, ну вот я и дошел до этой деревни Хороводова. А, кстати, ребята, всем привет, с вами снова я, Тимур, Майнкрафт, и это новая серия «Никогда не ходи в 3 часа ночи в Майнкрафте». Кстати, не обращайте внимания, что у меня скин Стива. Так вот, зачем я сюда пришел? Тут есть заброшенная пятерочка. Говорят, там человек пропал, и там как бы этот дух обитает, этого человека. Там, короче, в этой пятерочке человек пропал. Сейчас я вам ее покажу, только нужно ее найти сначала. Вот она, вот она. Вот, видите? Смотрите, вся в лианах. Ребят, пятерочка со ставнями. Я в первый раз такое вижу. Так, тут какой-то житель ходит. Так, а мне нужно это на ночлег. Так, не понимаю, откуда у меня какая-то табличка в инвентаре. Может, валялась где-то. Так, о. Ягоды растут. Собрать можно. Так, где они у меня? А, вот. Так, так, ну а что у нас вместо пятерочки? Что жители покупать будут? Вот, продуктовый магазин. Так. Вот тут всякие продукты питания продаются. Мяско. Как, тут какой-то житель стоит. Здравствуйте, житель. Здравствуйте, вы хотите у нас купить продуктов? Нет, спасибо. Теперь нужно найти какого-нибудь жителя этой деревни Хороводова. Нужно в его доме переночевать. А то мне что это, палатки у меня нету. Спального мешка тоже. О, житель какой-то. Здравствуйте, житель деревни Хороводова. Вы куда? Извините, мне работать надо. А, понятно. До свидания. Так, ну хоть тут какие-нибудь жители есть, которые могут поговорить со мной. Ой. Так, о, житель, стой. Здравствуйте. Да блин, чё это жители тут какие-то тупые, внимания не обращают. О, можешь мне сейчас спросить. Здравствуйте, житель деревни Хороводова. Да, здравствуйте. А не подскажете, где ваш дом? Мне переночевать нужно. Мой дом, который вон там, сзади огорода. Ага, понятно, спасибо, до свидания. До свидания. Так, вот, по-моему, его дом. Ого, как у него тут сделано. Так. Серьезно? Вы хотите сказать, это его дом? А, вот же тут лестница на второй этаж есть. Блин, нифига у него сделан так. Так, где бы мне поспать? Не, ну, давайте на первом этаже. Тут атмосфернее. Хорошо, ребята, я пока тут посижу. Просто посижу. Когда будет ночь, я включу камеру. Так, ну что там у нас по времени? Так. О, ребят, уже закат. Значит, житель. Житель, идите. Да блин, житель. Да блин, мне уже спать нужно. Ладно, когда будет ночь, я включу камеру. Ой, время там сколько уже? Ой, 3 часа ночи уже. Хорошо, ребят. Я иду в эту заброшенную пятерочку. Блин, а у меня ничего этого с собой нету. Вот оно, это, ребята, это жуткое место. Господи, это что за звуки? Господи. Так. Вот она, эта пятерочка. А, это лиса, это курица убила. А то я уже подумал, что это за звуки. Так, блин, у меня это нету, это специалки-то. Как я проникать буду? Все бедроком заделано.
Хотя... Да как мы сломать? Опа-на, ребят, я как-то руками сломал. Да, ну тут уже, как видите, уже это гнилые эти доски, которыми дверь была заколочена. Так, так, и... Опа-на, я вообще с первой попытки сломал. И посмотрите, какая тут дверь. Так, ребят, ну тут уже как бы дверь это... Ребят, под ваши лайки я сейчас открою эту дверь. Так, надеюсь, вы уже поставили лайк. Поэтому я открываю. Блин, она не открывается что-то. Ай, блин, она что-то... Она... А, она, походу, на замок закрыта. Ладно, мне придется ее выломать тогда. Стоп, или получится? А, у меня же там же... Там есть... Я могу открыть я там этот замок? Там замок взломан. Да блин, походу мне, я знаю, сколько мне моментов придется вырезать. Ладно, все. Собираюсь, типа там никого нет. Ой, ё-моё. Ё-моё. Так, ну это я как понимаю касса. Вот, тут стекло осталось. Смотрите, все в лианах, все в паутинах. Свет не горит. Так, это, судя по всему, касса была. А тут, ну а тут это продукты продавались всякие. Ребят, реально говорят, что там этот здесь, в этой пятерочке, человек пропал. Ой, ребят, наверное, какой-нибудь скример вылезет. Да. Так, а рамки? Вот тут это, наверное, вот этих рамках, наверное, тут продукты продавались. Ой, ребята. Походу, это раньше был обычный сельский домик, но потом здесь пятерочку сделали. Если там эта пятерочка со ставнями, я в первый раз вижу пятерочку со ставнями. Видели, вот там вот сгнившие ставни были, вот эти вот коричневые на окнах. Я такое в первый раз вижу явление. Блин, ребята, здесь реально как-то стрёмно, такая, блин, тесная такая пятерочка. Ни тележек, ни корзинок, наверное, здесь не было. Ни тележек, ни корзинок. Так, а это что тут у нас? Что тут у нас этому? Поэтому. По обстановке. Ну, свет не горит. Мне уже реально как-то страх. Меня уже скример захватил. Я уже просто не понимаю. Тут реально, я тут реально думаю, что это дух человека здесь обитает, который пропал здесь. Просто там человек ушел за продуктами и пропал. Это, по-моему, в 18 году было. 19 июня 18 года. Просто житель ушел за продуктами и не вернулся. И тут, кстати, никого нет. Но никто из очевидцев не видел, как он выходил. Кстати, смотрите. Здравствуйте, пятерочка приветствует вас. Кладите сюда ваши покупки. Ой, ребят, сейчас время не до шуток. Вдруг сейчас реально этот житель вылезет. Просто, ребята, я просто промолчу. Все скрипит. Так, ребят, ну это я как понимаю уже это... Смотрите, все в паутине. Все. Ай, в жопу. Короче, ребята, никогда не ходите в эту заброшенную пятерочку в 3 часа ночи. Меня уже, блин, уже эти духи достали уже. Там, да, блин, тут хоть одну кровать. Тут хоть одну кровать тут есть, мне спать нужно. Время 4 утра. Мне тут переждать это нужно, блин, еще дождь свалил, мне это укрытие надо. Подальше от этого проклятого места. А вот, походу, дом этого жителя.
Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, там я буду ставить новые видео. С вами был я, Тимур Майнкрафт. Всем пока. И, господи, я ненавижу эти проклятые места.